приветствую всех участников необычного международного хореографического конкурса «Гран-при 2020 в Юрмале». Я руководитель образцовой школы балетного искусства «Арабески» из города Калининграда Людмила Власюк. Я очень рада, что конкурс состоялся в этих новых, трудных для нас, для всех обстоятельствах. Спасибо организаторам, что у детей есть возможность расширять свой круг общения, видеть других исполнителей и демонстрировать свое мастерство. Хочу пожелать каждому из нас быть открытыми, рискованными, пробовать свои силы, нести радость, добро и любовь в нашу жизнь и жизнь окружающих, несмотря ни на что. Каждый из нас уже талантлив и многого добился в этой жизни. Пусть вам сопутствует удача, успех. Ведь мы уже с вами все победители. Не сдавайтесь, настраивайтесь на лучшее. И все у вас всегда получится. Вы все большие молодцы. Думайте всегда только о хорошем. Не останавливайтесь на достигнутом. Желаю всем участникам победы на этом замечательном конкурсе и дальнейших творческих успехов. Новым годом!